Moon Everybody, вот сейчас мы производим такой прием сотрясания, так скажем, да, вибрационной техники. Дело в том, что спазмы мышечные рано или поздно подадутся вибрациям, да. В данном случае это идет такая вибрационная проработка с инфракрасным излучателем. Он еще подогревает триггерные зоны. И в данном случае грудной отдел очень хорошо доходит до бронхов и до голосовых связок. Вот повтори, пожалуйста, такую фразу. Я птица говорун, отличаюсь умом и сообразительностью. Я птица говорун, отличаюсь умом и сообразительностью. Господин, вы сначала в мультиках не снимались? Мультики не озвучивали? Смотрели. Да. «Тайна третья планета» – самый известный российский мультик. Советский, вернее, советский фильм. Видели, наверное, все, да? Вот так вот его озвучивали. Я рассекретил способ озвучания. Ну, соответственно, если это вот, например, тазуры, да, то можно быть с давлением вниз для декомпрессии. И по очереди я меняю. Налево надавил, направо надавил. Нормально чувствуется? Классно. Вот поясничка сейчас тоже расслабится. И также можно отдельно сделать, например, на ягодичные мышцы. Ну, понятно, что для демонстрации я все это делаю достаточно ускоренно, да? Вот, грушевидная мышца пошла. Ногу прям уже отдает. Ну, вообще классно. Вот, чувствуешь? Вот. Руками, естественно, добавляю глубокую проработку, потому что если просто так поставить, только поверхностно будет сотрясаться. А так вот мы доходим до самого сустава, что, кстати, полезно, потому что питает сустав, он напитывается влагой из окружающих тканей, и таким образом дольше остается живым, здоровым, полноценным, никаких артрозов не будет, артритов. Вот, ну и положи, пожалуйста, теперь руки под голову, лбом вниз, вот еще давай шею вот тут. Чувствуется, да? Зубы стучат. А сейчас немножко тебе затылок еще вот так. Сейчас не говори, рот чуть приоткрой. На самом деле прибор продавался для похудения, убирать жиры, но я обнаружил в нем тайные способности практически лечить любое растяжение, любой спазм, зажимы, да где угодно. Его можно поставить вот хоть на плечо, вот так вокруг сустава, вокруг акромиального отростка, я его так и прорабатываю. Чувствуется, да? Ну, приемов массажных у Олега Лафа-Губина множество, или даже не сосчитать. Это я просто демонстрирую некоторые, которые самые уникальные. Я, птица говорун, отличаюсь умом и сообразительностью. О, мне тоже пора озвучивать мультфильмы. Я побежал на озвучку, дамы и господа. А вы, пожалуйста, звоните, пишите, ставьте лайки и приходите в гости к Олегу Лафа-Губину. Он вас полечит, массаж судьбы, восстановит все ваши жизненные аспекты, чтобы вы преуспели во всех своих делах. До новых встреч, дорогие друзья.